сам рано пройдет, попробуй. Неплохо. О, все, брали, тебя подписали, ты отбил и забил. А как он? А у нас вот так у вас. Вам. Общество «Динамо». Отлично. Суббота дальше идем. По крайней мере. Обзорвите, ребята. Теперь вы нас приглашаете, мы с удовольствием. Успокоился немножко уже? Конечно. Вчера ты так запереживал сильно. Ну, чуть-чуть паниковал, сейчас все нормально. Ну, наверное, сегодня будешь весь день слушать Юрия Антонова, поверь мечту, да? 100%. Ну, очень, да. Мечты сбывают, кока-кола, не кока-кола. Теперь в субботу нужно рвать, летать. Да, безусловно. С тобой она настраивается. Верить в победу. Как думаешь, майка по размеру тебе? Менять не придется? Ну, я думаю, что да, по размеру. Почему нет? Она надевается на голое тело. Хотя, ну, примерю дома, но я думаю, что материал такой, что налезет. Ну, если что, мы поделимся номером телефона, с вами обязательно. Еще пару штук тебе сделать в коллекцию. Да, это аж оригинальный, в который награл, поэтому это ценнее. Как часто вообще на футболе бываешь, расскажи? Ну, опять же, все зависит от моего времени для тренировок. Летом почти каждый раз на домашней игре. Ну, и когда еще не было детей, то ходил еще чаще. Сейчас выбираюсь с ребенком, но ему очень шумно пока еще, потихонечку и нравится тоже ходить, поэтому, я думаю, летом мы уже будем вместе с моим сыном вместе поддерживать команду. Можно сказать точно то, что две команды, одно имя – это не просто слова для тебя? Ну, конечно. Мы должны друг друга поддерживать, поэтому, живя в Минске, трудно болеть за какую-то другую команду. Скажи, ну а почему сам с точки не пробил сегодня пару раз? Ботинки неудобные просто. Дело в ботинках, да? Конечно. Пара тренировок, я думаю, мы сможем тебе сделать, если будет желание. Отлично, хорошо, конечно, с удовольствием приду.